Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что, мы с тобой забираем ареновскую награду. Так, 15 молотильщиков. И ко всему этому вот так вот. Эльфик, черепаха, трансформатор, ну и деньги, конечно же. Сразу идет подключение, сразу же мы с тобой летим в бой. Просто сломя голову, я выбираю нашу команду, самую-самую простенькую. Вот эту. Ну, почему простенькую я и называю? Потому что, ребята, она подходит не для всех поединков. Здесь мне не жалко потратить энергию от этой команды. Одного самурая здесь будет за глаза и за уши. Так что он пошел, спокойненько сейчас будет разбирать этого рыцаря к чертовой бабушке. Возьмем еще воблера с тобой. Давай-давай-давай. Бежит халабут, смотри. Оп. На-ка. Даже урон нам не наносят. Ой, сейчас замок взлетит у них. Тресь, и все, ребят. И все. Так, ну что? Сам понимаешь, мы с тобой здесь прошли, все это сделали. Так, арена, первое место. А мы идем с тобой на поединки. Так, нефритовую долину прошли. У нас долина подданных, потом долина, точнее, территория захватчиков. В общем, давай смотреть. Рыцарь и паладин. Рыцарь и паладин, я думаю, что здесь... Давай так, хотя зря я, наверное, сделал, потому что... Блин, точно зря сделал. Или успею все-таки вызвать? Успел. Это нам повезло, ребят, что мы успели. Давай-ка воблера сюда еще возьмем. И, естественно, начинаем прокачивать. Ох, Палыч. Палыч идет, ребята. Давай я вызову сюда некро. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, паладин, прикрывай. Корни. Все. Нет, не все. Но сейчас будет все, ребят, поверьте мне. О, вызвали еще и тыквоголового здесь. Начинается по полной программе. Да-да-да-да-да-да. Крышка замку. Замечательно. Да что вы мне все эти даете награды-то донатские? Не хочу, они мне не нужны. Кстати, по поводу ведьмы. У меня ведьма прокачана или нет по полной программе? Ну-ка, дай-ка я гляну. Нет, ребята, не прокачана. А она мне нужна, поэтому ежедневные испытания. Обязательно. Так, собрать команду. Блин, тут прыгун. А как мне тут лучше сделать-то? Раз, два, три... 4, 5. И последний это будет у меня кто? Кто будет у меня последний? Банши? Пускай будет банши. Единственное, что я не знаю, ребят, как мы будем против прыгуна-то здесь выживать. Как мы будем против прыгуна выживать? Вот объясни мне. Ума не приложу. Но как-то надо. Ой-ой-ой, нет. Ну, тебя тут не хватало, а? Так, допустим. Сейчас, мне кажется, он вызовет. Вот он. Что он делает? Эй! Ты достал, а? Пора, наверное, нам все-таки друидку вызывать. Не думаешь? Ты запаришься бомбить, парень. Зачем я некро позвал, а? Зачем? На! Достанет всех, кого хочешь. Все, добуянился. Так, ребята, 49 секунд у нас, кстати. Блин, как же нам тут успеть-то? Ну, давай, ниндзя. Есть. Да. Было опасно. Я тебе говорю, тут в прыгуне, ребята, дело. Он бесит. Прыгает, свою ярость включает. Ну, а мы с тобой получаем карточки на ведьму. 23 штуки.
Так, соберите свой отряд. Конечно, подожди. Конечно, соберу. Раз, два, три, четыре, пять. Наверное, я возьму. О, какая копейщица 21 уровня. Нет, никакой копейщицы. Возьму лучше вот лучницу. От нее будет толку побольше. Ну что, погнали. Продолжить. Так, мы возьмем, наверное, с тобой в первую очередь ниндзю. Раз он выпускает здесь зомби, пускай тогда ниндзя у нас идет. Она как раз с этим зомбарем издалека и разберется. Вот и все. Так, сейчас кого он там вызовет? Зомбаря обычного, по-моему, да? Насколько я помню. Нет! Жикс. Ой, как шикарно. Тихо, тихо. Но завалили, завалили. Сейчас я вызову друидушку. Да и все, в принципе, да, ребят, запинаем замок великолепно. Даже ничего не успел сделать. Сколько там, 17 или 16 карточек получаем? Или 12, я уже не помню. 13. Так, 13 карточек получили. Ну что, последний бой. Выбираем с тобой. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вот такой будет отряд. Погнали. Ну, давай продолжить. Ну, естественно, опять же, ребят, тут все повторяется, поэтому мы с тобой... Опа! Нифига не повторяется. Ха! Не повторяется, ребятушки, вот что я вам скажу. Я думал, что он опять вызовет зомби вот этого. Что? Эй! Все, друзья мои, по-разному. Заколебал ты в корень, просто-напросто заколебал в корень. Вот что я тебе скажу. Поджигайте, поджигайте ему этот замок. Зомби положил на нас отравление. То есть, если она умрет, превратится в зомби. Но этого не случится, это не произойдет. Ребята, отлично, мы выиграли с вами вот это все событие. Поэтому забираем фул награды. Так, сколько там? 8. 8 карточек. Ведьма нам нужна. Я ее хочу прокачать по фулке, поэтому, ребята, пригодится. Все, мы выполнили эти задачи и продолжаем с тобой поединки. Мы с тобой на территории подданных. Ой, какие красавцы прямо, а? Смотри-ка, рыцарь, капитошка, копейщица. Ну, капитошка я называю вот этого маленького мечника. Вообще-то он был когда-то крестьянином, давайте уж смотреть правде в глаза. Поэтому я имею право называть его капитошкой. Да, самое что ни на есть. Эй. Так, ну-ка. А, блин, сейчас они как мне быстро самурая тут ушатают, а? Как же они быстро его ушатают. Так, ну давай, давай, корни, корни, корни. Совсем другое дело. Совсем, ребят, другое дело. Тут и воблерок пошел. Все, давай, давай, этого капитушку валите. Баталия пошла. Копейщица, иди отсюда, погуляй. Стоит она там, ну, душой у меня. Давай, родные мои, вжариваем. Я обожаю, когда тут все горит, мельтешит. Так, я еще корни выпущу. Карточка на паладина выпадает нам. Да все, 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 замку этому кирдык. Даже паладин там не успел ничего сделать. Замечательно. Ну что, переходим с тобой на третий поединок. Третий поединок, здесь грифа. Грифа паладин. Такс. Против грифа-то кого нам взять?
Наверное, вот этот отряд возьму тогда уж. Чтобы ниндзя прикрывал. Но тут еще и маг у нас есть. А маг, вот я не помню, он бьет по воздушным целям или нет. Стоп. Ты куда это собрался-то, а? Пельмешка. На. Так, паладин. Давай я возьму ниндзю тогда уж. Так, я хочу взять мага. Молнии. Гром и молния. Тор в гневе. Прижучили, пока они там стоят. Големчик мой начнет их разбирать. А вот, ребята, и гриппа появился. Вот это подлинный удар на самом деле. Мак, ну что там, что это за удары у тебя, а? Ну серьезно. Вот как надо молнии пускать, а не то, что он там делает. Так, нам карточка, кстати, на грифона выпала, так что очень даже хорошо. Да, все ближники, конечно, не сравняются с этим паладином. Вообще никак не сравняться. Слишком крут он. Слишком крут, Палыч. Ты посмотрите, сколько там он на это. Ну-ка, молния, давай. Что-то мне перестал нравиться маг этот со своей ничтожной атакой, если честно. Ну, действительно, ничтожная атака. Так, четвертый, да, открылся поединочек у нас. Ну, тут. Ну, а что тут? Тут вот возьмем этот отряд и будем его отыгрывать. Вот и все, что я могу тебе здесь посоветовать. Лучница, да, не спорю, лучница, но у нас есть тыквоголовый. Где у них там этот? Пельмешка, что-то пельмешки не вижу. Не идет. Блин, зато вышел этот. Что делаем? Давай, наверное, так. Пельмень. На. Так, воблера тогда еще позовем. Тыквоголовок, выпустим корни. Еще одного самурая. На тебе там. Давай, родные. Жгем, жарим. Так. Голову еще надо позвать одного, на всякий случай. Чикс, все, он оглушен, лучник. Так, паладин. Ну тут, смотри, два некро стоит, так что у него шансов вообще здесь нету. Все, эти мелкие падают, ускорение еще взяли. Ну и разнесли в хламину здесь все. Отлично, шикарно. Так, последняя миссия здесь. Но я думаю, что не будем здесь никого. Не будем вызывать свой отряд супермощный, гипермощный. Я думаю, что с помощью старого вояки мы сами здесь, надеюсь, справимся. Я, конечно, в это хочу очень сильно верить. Что ты бежишь? Ну что ты бежишь? Ты нервируешь меня просто. Мелкая тефтелька. Так, я хочу накопить на деда. Успею ли я накопить на деда, а? Вполне. Вполне, друзья мои, успел накопить. Ну что? Давай, дедуля. Наяривай. Он вызвал монаха? Епископ уже идет. Опа, заморозка. Слушай, мне не нравится, что у нас очень мало здоровья. Сейчас убьют же они этого мне. Или не убьют?
Давай, давай, есть, епископ готов. Ты посмотри, что мы творим. Ух. Растудить твою тудить. Не надо только лететь, пожалуйста. Заморозка. Корни. Старый ветвь. Ну и все, шансов у тебя, парень, здесь нету вообще на выживание. Нет, конечно. Разобрали. Ну что, мы получаем с тобой сундук. И переходим на следующую территорию. Давай. Долина подданных. Так, эльф, лучник, копейщик. И переходим на территорию захватчиков. Потом территория роботов будет. Так, ну здесь серьезная армия, ребята. Здесь у нас танк и плюс слизень-морпех. Секешь? О чем я? Да-да, ты уже понял. Сейчас будет весело. Так, если первого вызовем голема и прикрыть. Пока не... Блин, вышел. Вышел страж. Сразу прикрываемся под ниндзю. Блин, и морпех вышел в слизи. Вот плохо. У него массовая атака, вот это бесит. Ну-ка, молния. Застанила, отлично. Пока он тут встанет, мы его и подбили. Так, надо вызвать нам богиню солнца. А что он так вышел с таким криком, ты слышал? Ну-ка, страж, давай, 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 выходи, появляйся. Эх, появился. Да и неважно, ребята, мы так и так ему разнесли базенку, все отлично. Ну что, погнали дальше. Второй этап. Хищнец. Вот тут-то уже не забалуешь, друзья мои. Хищнец — это такая штука, ха-ха-ха. Нужно контрить, постоянно контрить, иначе прибежит и раскурочит тут все. Плюс у него очень офигенный дамаг. Это, конечно, плохо. Да хорош ты уже тут дрынкаешь. Блин. Ну-ка, давай-ка мы его так вот, наверное, уничтожим. Все, друзья мои, тут вообще классненько получилось. Он на одних хищницах, думаю, вырулит. Ага. Закати, как говорится, губежки. Продолжаем поединки, ребят. Третий этап. Так, пришельцы. Пришельцы. Да. Этот мелкий пришелец сейчас будет нас тут доводить. Но мы не будем с собой расслабляться. Сейчас все сделаем как надо. Он будет его выпускать в первую очередь, понятное дело. У нас есть только лишь всадник на журавле, да? Не восприимчив к этому пришельцу. Что-то никого нету. Да лети ты лесом. Так, друидку позовем. Забрали, забрали, а? Так, деньги заберем с тобой. Пришельцы опять похитили. Ой, пришельцы. Молотильщика моего уничтожает, а? Все, фулл отхил. Ты видел, как она делала? Бросила тотемчик. Готово. Против друидки лучше не играть. Я тебе говорю, она разносит всех в пух и прах. Ну что, третий этапчик здесь у нас. И опять же хищнец. Но здесь еще, не забывай, есть тритон. Такой типок, который может вешать и отражение, плюс еще щит. Щит он может повесить. Видишь, там портал моргает. Всеми цветами радуги. Типа они оттуда и появились здесь. На этой территории. Угу.
Вышла халабуда, но у меня есть палыч. Блин, а вот это плохо. А вот это очень плохо. Чего? Совсем там, я смотрю, приборзевший он. Молотильщик прыгнул, начал там чудить. Вот, друзья мои, начинается, короче, ураганчик. Помощь нам. Все этих тритош, гаврош, всех к ногтю. Вот так вот. Тут отлетел щитоносец этот, щитобот. Загремел там. Правильно, помогай нам бить свою базу. Смирись и подчинись, а? Все. Такая армада стоит. Конечно же, шансов тоже ноль на победу, понятное дело. Так, ну что, у нас с тобой последний этап. Ох, лорд пустоты. Я не буду, ребята, здесь испытывать судьбу. Я возьму сразу вот этот отряд. Мне кажется, вот если вот в этот отряд поставить друидку, то этот отряд будет бессмертный. Просто бессмертный. Хотя он наполовину тоже бессмертный, потому что, смотри, у нас прыгун это нежить, ведьма нежить, рыцарь это нежить и чумная мышь это тоже нежить. Так, я так сделаю, наверное. С чумнухи начнем. Ну, так. В минус. И начинаем рубать. Эй, лорд пустоты, он даже носу не высунул, прикинь. Да, намочил штанишки, короче, лорд пустоты. Ну что, мы с тобой забираем сундук. У нас здесь, ох, лорд пустоты и собственной персоны. Так, у нас последняя территория. Территория, ох, ёк-макарёк. Прыгун. Собственная персона, друзья мои. Ой, прыгун, толкатель. Какой прыгун, ё-моё, о чем ты? Рэй, давненько не играл, давненько. Уже все запамятовал, да? А что я сделал здесь? Подожди, хотя нормально. У нас есть джаггернаут. Блин, ну этого толкателя, я не знаю, что с ним надо. Давай. Сейчас же будет отталкивать, ё-моё. Ну... Все, замечательно. Клетка есть. Все отлично. Иди-ка ты. Посиди он за решеткой. В темнице сырой. Вскормленный неволей. Орел молодой. Ты глянь, стоит и бомбит, а? Да крышка ему тут. Все. Да выеживался. Это была только первая битва. Разгар, самый разгар, друзья мои. Поехали. Да я, наверное, возьму другой все-таки отряд. А какой вот этот вот? Нет, не пойдет. Хотя почему не пойдет-то? Очень даже пойдет. Там ниндзя, дальник. Все нормально. Единственное, что вот репутсор сейчас, конечно, будет выводить меня из себя. Чем? Да своими этими кулаками. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Греметь начнет костями, короче. Так, пока ниндзя тут. Ой, тьфу, бомбер летит. Сейчас. О, вышел. Явился, не запылился. А вон и этот репульсор появился. Отлично, попал он все-таки под молнию. На. Шитик ты, пустоголовый. Давай, ниндзя, кроши. Она хорошо здесь разбирается с этими охламонами. Вот завершен, холодный как лед. А ты такой холодный, как айсберг в океане, да? Точно, ребята. Так что квест завершен. Запрос.
Так, что у нас тут? Делец, приобрети что-нибудь в магазине. Так, проведи игры 5 с отрядом. Так, пройти через портал. А что я в магазине могу приобрести? У вас тут ничего нету. Раньше можно было... Хотя, подожди. Раньше можно было бесплатно... А, вот, нет, это не бесплатно. Раньше давали бесплатного. А сейчас, видишь, за видосик. Вот так вот. Ну что, двигаемся дальше тогда, получается, да? Третий этап. О, молотильщик здесь. Вот это уже хуже. Ну, голем, в принципе, может молотильщика довольно неплохо бомбить. Проверим. Раз. А еще если голем с отхилом. Вот это было плохо. Давай, давай, давай. Да что ты, твою налево. На, с удара, правильно. По башке ему. Бомбим, бомбим. Есть. Ну и все. Все, ребят, что он тут? Он больше тут ничего не сделает. Хотя пила, если вылетит. Но она не вылетела. О, жесткач появился. Толкатель. Ну это что, уже специально что ли начинается? Вреднючество вот это вот. Давай, ребята, пару ударов там осталось по замку. Все. До свидули, как говорится. Ну что, мы с тобой переходим на предпоследний этап. Тут у нас последняя энергия. Но нам-то хватит пройти, да? Так, голема. Голема, если выпускать. Щитобот. Тихо, 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 родные. Куда пошли-то? Так, бодро бежит. Сейчас мы этому по башке-то надаем. Главное, чтобы он нас не оглушил. Щитобот. О, толкает, а. Да чтоб тебе вот тут достанет вот этим вот отталкиванием своим. Вот. Молния. Нам молния здесь очень офигенно помогла. Она их застанила здесь всех практически. О, идет главный по колбаскам. Толкатель, да, собственной персоны. Ну, тут, по-моему, все, ребят. Запинываем. Я еще ниндзя позову. Молнии. Да что ж ты будешь делать, а? Толкунок никак не успокоится. Выходит и выходит, выходит и выходит. И, соответственно, получает да получает. Раз за разом. Так, ну что, в поединок. Последняя у нас тут с тобой битва. Оу, подожди, тут у нас термин 9000, против термина то, конечно, лучше не шутить. Против термина шутить мы не будем. Ага. Погнали. Рунин, давай, давай, где ты там? Идите вон, говорю. Мне почему-то кажется, что термин уже не выйдет. Не успеет. А нет, смотри, толкатель выбежал. И вот и все. Слишком быстро, да, мы с вами разносим врага. Он даже ничего не успевает здесь сделать. Ну, а мы с тобой забираем сундук, в котором выпадает нам... Почему нам все время выпадает ядерный робот? Вот скажи мне на милости. О, нормальная карточка, ребята, на смотрителе. Так, плюс трансформатор и цветущий храм вишни. Так, квест завершен, страдник. Окей.
твою дивизию. Самурай плюс воин таракуша. Как же я их давно не видел, таракушек-то этих. Давай-ка я возьму, наверное, вот этот отряд. Мне нравится в этом отряде наш фехтовальщик. Он очень шустрый, он очень быстрый. Он, кстати, давай посмотрим, кто сильнее завалит, мой фехтовальщик или его самурай. Мне вот интересно посмотреть на это. Мой фехтовальщик, друзья мои, оказался серьезнее. Это круто. А вот этот старокош, это, конечно, тут немножечко по-другому дела обстоят. Клетка. Все, пускай сидят, томятся там, да? Я обожаю вот эту вот клетку. Она не кончается до тех пор, пока противник не умрет в этой клетке. Или пока его не освободят. То есть топовая, да, заклинашка? Так, что мы тут с тобой? Ага, еще 4 кристалла получили. И двигаемся далее. Так, ну здесь всадник на журавле. Ёк-макарёк. Что делать? Он же сейчас его вызовет, насколько я помню. Нет? Дат. Ну давай ты. Успел. Фух. Что ты там мычишь? Мурчало идет. Так, застанили. Клетка? Сейчас мы их в клетку всех. Опа. И все, друзья мои. И осели ребятульки. А это там что-то машет. Машет все своим опахалом. Да, с баллистами такие. А раньше в самом деле были такие вот воины, которые на спине носили такие огнестрельные, так скажем, баллисты. Там, я не знаю, как мини-катапульты. Или я переиграл просто уже в игры, начинаю придумывать. Не, ну во многих играх, да, действительно делают вот таких вот чудиков, которые бомбят. Так, смотри. Ой, зачем? Зачем я взял этот отряд? Меня Вуджен немножко смутил, ребят. Я испугался его. Вуджен, он бесявый, вот серьезно говорю. Вуджен, он действительно здесь бесявый. Перс. Бомбит фиг знает откуда, причем через весь всех бойцов, которые идут по прямой. Как бы вот. Начинает, видишь, еще наяривает. Все, здесь быстренько мы с этим разобрались. Да как так-то? Давай-ка мы их прижучим, достали уже. Угу. Каменоломня. Давай, 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 прижучиваем. Есть. Хорошо тут получилось. Так, и сколько у нас там получается вообще по итогу еще? Это предпоследний поединок. Здесь мы с тобой возьмем, наверное, вот этот отряд. Хотя, черепаха бесявая тоже через весь экран бомбит. Почем зря. Вот отсюда начинает и еще отлетает назад. Так что с ней, ребятушки, ушки на макушке держите. Этот тортил еще может дать, как говорится, копоти. Слушай, а если я жнеца позову, а? Сразу возьму просто и позову жнеца. Пускай он идет разбер... Блин. Все равно позову. А здесь знаешь, что сделаем? Вот так вот. Опа! И все, и попали, ребятушки. Попали конкретно. На, армия зомби. На тебе еще армия. Как тебе такой расклад, а? Быстрее пули. Уничтожим мы здесь все. Ну что, и последний этапчик у нас с тобой. Зачем сюда? Зачем я сюда нашел? Зашел. Скажи мне.
Блин, ну и... Ну зачем я сюда зашел, а? Твою налево. Ну и что? Что мне это даст? Ничего. Один, естественно, вот этот вот. Сейчас тут всех разнесет. Воблера можно еще позвать сюда. Так, чисто для профилактики. Паладин так выглядит еще нелепо. С повязкой. Спартанец несчастный. Душа полетела, да? Мне нравится, как смотреть. А, здесь почему-то не... О, здесь полетела душа. Все. Зачем я нажал-то сюда, я не пойму. Ну что, ребятушки, последнее. Тут богиня солнца. Погнали. Кто-то мне в свое время из подписчиков называл, как звать бога ветра, как звать богиню солнца. Расписывал там. Сложные названия, поэтому я не запомнил, ребят. Так, ну-ка. Да, Ронин, ну твою же дивизию. Ну вот, вот, видишь вот. Всегда ты ленишься выбежать. Всегда вот с тобой вот эта вот проблема вечная. С твоим выбеганием. Так, а вот Джента не успел у нас тут, смотри, побуянить-то. Прижучили мы его практически моментально. А вот и черепаха была. Смотри, сейчас как... Чиш! Да, Ронин по дамагу вообще, он, конечно... Опа! Опа, пуля, а я совсем забыл, ребята. Прикинь? Я совсем забыл. На тебе. Я и забыл, что здесь богиня солнца, прикинь. Сижу, играю. Оу, сундук нефритовой империи. Вот так вот. Ну что, друзья мои, территория нежити. Голем. Ага, голем и чумнуха. Голем и чумнуха. Хм. Как будем делать-то, голем и чумнуха? Ну, голем-то да, голем мощный. Он ушатает, кстати, мне рыцаря, поэтому будем вызывать, наверное, джиггернаута. Твою налево. Ну давай, есть. Эй-эй-эй. Да блин. Надо ловить. Есть, поймал я чумную. Чтоб не выпендривалась тут. Хоп. Красиво, конечно, красиво. Чумная. Не выпендривайся. Готово. Ну все, 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 мы замок уничтожили. По красоте. Ну что, продолжаем. Сколько у нас вообще денег? Можно там кого-нибудь поднять по уровню, а? Ну, поднять пару уровней. Опа. А здесь у нас Каспер. Дружелюбное привидение, как я его называю. Но здесь у нас есть кто? Всадник на журавле. Неплох? Неплох. Единственное, кто будет страдать, это, конечно же, молотильщик в большей степени и щитобот. В меньшем качестве будет получать паладин, потому что он на себя повесит еще защиту и будет практически непробиваемым. Ага. Тут чумная вылезла. Так, паладин, наказывай давай эту мышь. Запинали, отлично. И начинаем уже колбасить ему замок. Там этот, он, всадник на журавле, он просто пробивает. Он пробивает и противника, и еще достается урон самому замку. Поэтому мы очень быстро и разбираем здесь. Оу, щит. Вот это будет похуже. Здесь враг номер один.
Некромант. Некромант, перегонщик энергии, так его называют еще в простонародье. Почему, ребят? Ну потому что он отнимает здоровье у моих бойцов, передает здоровье своим бойцам. То есть такой вот вампир. Темный некромантик. Так, ну что, давай, наверное, вызовем жабу с молотом. И вслед вот так вот. Как бы по атаке жаба с молотом, она посильнее. Но вот эта вот задержка молота, когда он ее, видишь, в земле достает, вот это вот беда. О, пошло. Пошел делать, видишь, что делает. Да, вот сейчас начнется веселуха. Перекачивает очень много здоровья, ребят. Я хочу вызвать богиню солнца к нам в помощь. Только нужна ли нам теперь эта помощь-то? Нет, не нужна. А вот не вызвал бы, нужна была бы, да? Так всегда. Ну. Так. А у нас энергия есть? У нас энергия есть вот здесь. И вот здесь. Погнали. Тактик. Там еще некро, блин. С некро я не знаю, что делать. Вся надежда на молотильщика, да? Кстати, не только на молотильщика. Между прочим, всадник на журавле очень тоже хорош против некро. И тем более против призраков. Ну вот это вот. Это подлинненько. Давай, родные мои. Отлично. Так, я хотел позвать кого? Друидку я хотел позвать. Она-то знает толк. Да, и все-таки дружненько пошли бомбить замок. Ускоряха. Да, в принципе, и все. Когда тотемы ставит друидка рядом с замком, они начинают наносить урон. Особенно эти красные, которые по дамагу. И все, вот тебе и ответ весь. Так, награда за квест. Последний у нас этапчик, и энергии больше нету. Одна только осталась, да? Вот она. Ну что ж, давай отыграем ее. Почему бы и нет? Кто нам помешает? Расстояние дофигища, да, между замками, так что мы можем, если захотим, даже призвать ведьму. В принципе. Даже без проблем. Просмотрим. Ой. Так, отменяется ведьма. Чумная пошла. Окей. Голем, иди отсюда. Так, в луже яда и погибла, да, это некро. Ну и все. Так, смотри, просто дамаг на дамаге. Хе-хе-хей. Да, ребята. Как говорится, без единого промаха мы сегодня выиграли. Сундук нежити. Забираем с тобой награду. И нам с тобой дано драться на территории роботов. А остается всего лишь три. Это долина подданных, долина нефритовая и завод роботов. Но энергии больше нету. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!